Ульяновске выявили незаконное производство немаркированного алкоголя. В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские обнаружили склад на улице Циолковского в Димитровграде, где производили спиртосодержащую продукцию. Правоохранители обнаружили почти 5000 бутылок водки, 100 бутылок коньяка и другую спиртосодержащую продукцию. Сырье и тара покупалось в соседних регионах, а реализовывали алкоголь через местных предпринимателей. Задержаны два жителя Димитровграда 34 и 27 лет. Возбуждено уголовное дело. По подозрению в организации незаконной реализации спиртосодержащей продукции полицейскими задержаны два жителя города Димитровграда Ульяновской области. По предварительным данным, сырье для производства и тара приобреталось в соседних регионах. В дальнейшем реализация произведенной продукции производилась через местных предпринимателей. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.